Вот, скажем, если проход идет, да, вот у меня правильно, вот здесь вот локоть, правильно. Вот. Так неправильно, потому что здесь проходит рука. Вот так все железно. Да? Здесь, то, вот здесь как выходит, это неправильно. Только так. Вот, то есть в любой точке. Да. В любой точке локоть должен оставаться на месте. И вот вращение идет, вот когда она поворачивает локоть, уже неправильно. То есть все время должно быть вот, да. Вот она меня вращает, да. Видите, вот у меня локоть стоит на месте. Я все время держу его, контролирую на месте. Если трудно контролировать, держите его просто вот так вот. И все. Вот. И далее. Да. Да. Верхняя точка, верхняя и нижняя. Давай. Здесь как бы более да. Понятно. Да. Вот, но вот основная проблема возникает вот в этих точках круга. Потому что, когда, допустим, я веду, да, да, здесь, да, да. Вот эта точка. Нет, эта точка неправильная, потому что ты крутишь вот этим местом. Понимаешь, да? То есть вот вращение должно быть вот здесь. То есть вот твоя рука, когда она вращает, она должна падать вот здесь. То есть вот здесь. Вот. Тогда нет проблем. Вот здесь они контролируются. То есть здесь тут просто руки мешаются. Ну, как, это уже захваты, сломы, отломы. Да. Вот. Вот да. Так вот уже да. Да. Есть. Да, да. Вот контроль, вот место. Вот здесь вращение происходит. То есть имеется в виду как бы да. Весь участок. Там овал, эллипс, да. То есть. Ну вот здесь в основном. То есть вот когда у вас руки сюда переходят, вы уже как бы неправильно действуете. Вот здесь, да. Вот. Да. Просто единственное, что я еще раз говорю, чисто психологически нужно научиться отслеживать до конца движение. Я не устаю как бы повторять об одном и том же. Так же, как в айкидо, вот я просто покажу, допустим, вот в айкидо. Вот он захватил, да, движение, я наполняю движение, и я веду вот это вот движение, понимаете? За счет того, что у меня наполненность есть, я управляю этим человеком как угодно, то есть через наполненность. В винчуне то же самое. То есть каждый раз это удар, но это не...